Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова я, Валдай, и мы продолжаем замечательное прохождение замечательной игры Far Cry 4. Ну что же, перед нами кирпичный завод, на который нам нужно взорвать. Давайте действовать. Далековато, боюсь, да? Надо поближе немножко подойти, наверное. Так, тросов уничтожено 0 из 5. Нужно сначала уничтожить тросы с помощью слона, как мне сказали. Ну или взрывчатки, но лучше взрывчатку поэкономить. Для самой трубы. Для того, чтобы ослабить трубу, тросы уничтожим, а потом, собственно, уже и саму трубу взрываем. В общем-то, план понятен. Надо выполнять. Так. Блин, этого парня отсюда не видно. Отлично. Отъехал, товарищ. Это хорошо. Там у нас тревога, что ли, да, включается? Тихо, слоник. Ох, слоник. Меня впалили, какого черта? Ох, блин. Ну, весело, короче, понятно. Ёкарный театр, а? Подкрепление. Да, хотел постелиться, называется. Все как всегда, блин. Ладно, что поделать, плевать. Бум. Ох, слоник мне помогает вообще только в путь. Так, 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 давай, давай, давай. Давай, родной. Офигенно, в общем, слон за меня всю работу сделал. Давай, япона мать. Нормально. Ладно, надеюсь, что проканает такое прохождение. Блин, ну это еще не все, там еще враги. Так, хорошо. Тросы. Можно как-то это, наверное, их просто уничтожить вручную, не используя при этом слона? Или нет, или только слоном? Да ладно, какая разница, можно и слоника, наверное, взять. Слоник, дамба, поехали. Так. Давай-ка, родной. Таран. Бум, шоколака, один готов. Офигенно, конечно. Бум, второй готов. Так, хорошо. Пока вроде норм. Блин, чё, не очень удобно, конечно, со слона воевать. Ну да ничего, ладно, как-нибудь справимся. Блин, патроны что ли кончились? Это печально. Давай, 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 родной. Давай, мужа. Слона убили что ли? Какого черта? Да что ты не подыхаешь-то, боже ж ты мой. Сдохни, лови. Отлично. Ну хорошо вошло. Качественно. Так, патрончиков, ну хотя бы сколько-нибудь. Не дают, ладно, у меня еще есть пулемет. Еще пишет интересного. Памятка КА «Ремонт дымохода». После того, как на прошлой неделе по вине этого идиота на авара сбежали слоны, мы натянули опорные тросы. Сгодится, пока не починим дымоход как следует. Держите слонов в клетке. Пожелаем навару удачи в его предстоящем дебюте на арене. За производством Кандел. Как-то красиво поскользнулся. Ну давай же, ну. Да чтоб тебя.
Блин, дофига врагов-то так-то на самом деле. Так она не уничтожается, да? Так тоже, ладно. Сейчас еще не придумаем. На край у нас еще гранатки есть. Ими, пожалуй, воспользуемся. 15 гранат, блин, можно с собой таскать. Это просто обосраться как много. На самом деле, очень круто. Так, да, кажется, есть контакт. Готов, трос. Не надо гранату кидать. Воу-воу-воу, вовремя ушел. Давайте пробуем сверху подняться. Посмотреть, что там и как. Сюда поднялись. Офигеть можно. Воу, подожди-ка. Я же нажимал быстрое убийство. Неважно. Забей. Я думал, что я нажал. Офигенно, конечно, было. Ничего не скажешь. Так, трос. Еще один. Есть такое дело. Последний трос. Теперь можно вырвать трубу. Привет. Как ты после такого выжил-то еще, а? После взрыва гранаты. Ладно, неважно. Главное, что теперь можем уничтожить дымоход. Давайте перезарядим наше замечательное оружие и поехали. Закладываем бомбу. Так, как это сделать? Я, честно говоря, не помню, как они... включается. Так, А, Б. Не то. О, не то, не то, не то. Совсем не то, что хотелось. Как их выбрать-то, блин? С ноги явно не уничтожу. Так, дайте-ка подумать. X, Y, RB. Не то, все не то. Пока это, блин, фиг его знает. Давайте посмотрим управление. Так, геймпад. Геймпад, схема управления. Значит, что мы тут имеем? Выстрел вслепую, бросить, удерживать, прыгнуть, подкатывать, перезарядка, смотреть, меню паузы, прицеливание, укрытие, двигаться, спринт, фотоаппарат, мина, наемники. Вот, наверное, кстати, да, наверное, как-нибудь вправо, влево, вверх. Все не то. Вот. Так, удерживать. Я считаю, четыре, установить четыре. Типа так, да? Не, надо подальше, наверное, отойти. Вот, тоже наши ребята приехали. Тут уже все окей. Ну и чудненько. Так, как я там это выбрал-то? Так. Вот да, детка. Офигеть. Это было эпично. Готово. Теперь иди внутрь и взорви завод. Мы задержим этих ублюдков. Давайте, вы же постарайтесь, ладно? Потому что, блин, мне тут помощь не помешала бы, честно говоря. Что за... Тихо. Прирежьте их! Еще одна, пожалуй, утра. Спокойно. Чучело горящее. Да какого лешего? Я же нажимал быстрое убийство снова. Что за дерьмо? Ладно, неважно. Хилься, аптечка. Все замечательно. Покончим с этим, правильно. Заканчиваем. Сзади. Кто-то прямо здесь за дверью, неважно. Тут уже тоже вошли. Какая перезарядка? О чем ты говоришь? Придурочный. О! Он там
его! Ладно, нормально. Все, готово, кажется. Фу, блин. Так, хорошо. Как у нас там включается спина? Всеми сбоя. Влево. Есть такое дело. Дальше бежим. Готова вторая. Осталась последняя. По идее. Шикарно. Можно уходить. Знаю бы только, где еще выход, вот он. Так, ребятки. Намасте. Мать его. Азы химии. Задание выполнено. О да, это было весело. Сабал, с фабрикой покончено. Это прекрасно. Мы сбились с пути, но ты исполнил волю Киры для ее народа. Мы очистились и воссоединились с землей. Ты указал на верный путь, сын Махана. Я такой, сын Махана. Ну что ж, теперь Сабал открывает золотой путь. Это, конечно, с одной стороны здорово, с другой стороны, он меня очень сильно обидится. Но это плевать на самом-то деле. Так, три очка навыков. У нас открылось дофига всяких разных новых навыков. Давайте смотреть тогда. Быстрая рука. Позволяет быстрее бежать все оружие. Так, несколько врагов подряд убийства. Время под водой. И теперь тело огнеметчиков стрелков с оружием оружием можно перетаскивать. Не интересует. Здесь что у нас? До 5 секунд. Да, это все ерунда, короче. Давайте тогда быструю руку прокачаем, наверное. А, 4. Подожди, мне не хватает. Вон, тракопим. Так, хорошо, куда поедем теперь? Давайте смотреть, что мы тут имеем интересного. Уиллис. Задание для Уиллиса. Награда — большое количество очков опыта. Либо же задание золотого пути. Давайте пока по заданию золотого пути, потому что оно прикольное. Мне нравится. Погнали. Под веселенькую кирасскую музычку. Полный вперед. У меня для вас отличные слухи. Это я, Раби Райрана. И вы знаете, что я всегда сообщаю вам правду. Самые свежие сплетни с улицы. Нет тормозов. Новообретенный сын Махана Гейла закончил свой путь на арене Нур. Нормально. Вернее, это арена Нур на нем закончилась. А он бросил вызов судьбе и надрал всем задницы. Умираете из этой сраной дыры. Да, было дело. Надирал. Не отрицаю. Сверкал белой задницей. Вы можете себе представить, каково это голышом драться с тигром? А если бы у вас в это время стояк случился? Я вот, например, всю жизнь об этом мечтал, а тут фантазия стала реальностью. Не знаю, как вы, ребята, но если бы мне пришлось драться с тигром, я бы, наверное, обосрался от ужаса прямо на арене. Хотя, может, тигры не любят человечье дерьмо. Веселенькие беседы, конечно, там у них. Так, кто это такой? Что это за зверь? Кабанчик. Кабанчик — это хорошо. А пропаганда — да, это плохо. Никакой пропаганды в мою смену. Так, ладно, пошли в это горящее здание. Чем ты думала, идиотка? Так мог поступить только Пейган. Пейган? Да я думаю только о Керате. Делаю все, чтобы наш народ снова возродился. Подумай о предках, культуре, об обычаях. Обычаях? Каких? Женить детей, например? Бхатри, ты уготовил ту же участь? О, отлично! Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. Ты для меня никто. Да ладно, вы, ребята, не ссорьтесь. Да, согласна. Ее заставили. Пейган не дал ей выбора, грозил убить семью. А сколько семей погубила она сама? Ей нет оправдания. Нур заплатит, так же, как другие. Я сам решу судьбу Нур. Такс.
Интересно. Пропаганда уничтожена. 25 из 150. Так, а делать-то еще надо? Просто доехать до Нур? Стреляй в посланника. Так, можно мне, пожалуйста, еще ящик? Видимо, нет. Я тебе рассказывал историю Нур. Одна из моих любимых. Когда-то она была врачом. В начале моего правления Нур-Наджар прибыла в Кират с гуманитарной миссией. Она имела дерзость написать рапорт о нарушениях прав человека при моем режиме. Я ее разыскал, пригласил вернуться и посмотреть, как мы исправляем ситуацию согласно ее рекомендации. И ее семью тоже. Она прибыла с мужем и детьми в мой дворец. Я даже презентацию устроил. 12 шагов. Борьба с нарушениями прав человека в Кирате. В каждом слайде кратко о том, как я собираюсь разрушить ее жизнь. Деплюр взял ее семью в заложники, а я поставил нашу великую гуманистку справить самой жуткой частью империи. Весело. Весело. Ой, ты, парень. Сами. Теперь ей это нравится. Забавная история. Так, а куда мне ехать надо? Сюда? А можем сюда совершить быстрое помещение. Давайте так и сделаем тогда. Не будем заморачиваться с поездками долгими. Раз и готово. Войдите на арену Шанат. Так, с удовольствием. Сначала только, пожалуй, MP5, F1, U100, динамит. О, сколько всего. Арбалет. Блин, интересно, интересно. Так, давайте поглядим тогда. Может быть, имеет смысл купить U100. Оружие. Правда, вместо чего? U100. Так, и на него еще можно поставить прицел и увеличенный магазин. Да фиг его знает, надо мне оно, не надо. Наверное, нет. Нет, наверное, и так нормально. А вот, пожалуй, инъекторов купить стоит, да и броник тоже не лишний будет. Все-таки перед входом на арену. А то мало ли что. Так, здрасте. Или как вы там говорите, намасте. Здорово, здорово. Проберитесь за кулисы. Я так понимаю, выше, да, пробраться надо как-то? А-а-а! Что ж ты горишь-то постоянно? Подожди, так, вот там. Я точно не войду. Спокойно. Так, применим план Б. План Б — хорошая идея. Вот, по идее, да? А, вот, наверное, отсюда. На здоровье! Если что, обращайтесь. Не знаю, правильно я делал, нет, за кулисы пробраться. Как-то, по-моему, не совсем. Но хотя, да, похоже на то. Оп. Так. Так. Готово. Ауч. Правда, больно было немного. Ну да ничего, бывает. Блин, там, кажется, прикольный бой, мне посмотреть было, а этот где-то шарится непонятно где, по каким-то катакомбам закулисным. Я бы тут даю собственную охрану, блин, забавно. Доберитесь до диспетчерской. Без проблем. Здрасте. Готово. Тигр на арену, волк на арену, медведь на арену и носорог на арену. Вот теперь будет весело. Ох, блин. Прямо в предвкушении.
Нет? Убейте Нур или поговорите с ней. Нифига себе. Вот это выбор, так выбор. Убить или поговорить. Кто-то подобрался к пульту. Сегодня. Быстро к пульту. Ох, ребятки, ловите гранатку. Мультиубийство X3. Неплохо. Нет, это явно было мимо. И это, к сожалению, тоже. Так, ладно. Готово. Убейте, говорит, идиота. Прикрой! Скорее! Ловите, друзья. Все для вас. Еще не жаль. Блин, там тигр. Даже два. Упс. Упс. Тигра. Киса. Киса, твою дивизию. Фу. Киса, хорошая киса. Дай-ка мне свою шкурку. Жесть. Так, а где был второй? Вот он. Рядышком. Хорошо. Это было весело. Но чувствуется мне, что это еще не все. Молодец. А, блин, что ты делаешь, придурок? Не та кнопка. Не та же кнопка-то. Отлично, молодец. Так, убить или поговорить? Здравствуй, женщина. Люди Кирата, вы приветствовали победителей, гнобили побежденных, но поверьте, такого боя вы не видели никогда. Сегодня прольется новая кровь. Аджай, где мои родные? Ты только что хотел меня убить, сволочь. Мне жаль, Нур. Нет, нет. Мне жаль. Прости. Бейган убил их уже давно. Мне ни к чему жалость. Мне нужна моя семья. Мне жаль. Но теперь ты свободна. Да. Свободна от призраков убитых, от всего, что сделала. Я приучила их ко вкусу крови. Твоей. Моей. Вы же этого хотите? Больше крови! Вот! О, блин! Мать твою, что ж ты делаешь-то? Твою мать. Свобода. Охренеть. Бедолага Нур. Жалко даже стало ее. Хотя на самом деле я думал, начал на курок нажать, потому что думаю, блин, сволочь, хотел меня убить ведь. Как-никак. Потом думаю, ладно, фиг с ней. Пусть себе живет. А она вот она что, оказывается. Саму себя убила. Лити. Минус 2. Достижение получено. Да уж. Фейловое завершение было. Задание абсолютно фейловое. Про это я говорю, что костюм крыло, конечно, штука хорошая, но, блин, когда она срабатывает, а не когда ты убираешь.
Да. Такой бред просто вообще. Ладно, все, больше не использую костюм крыло. Ну его в топку. В общем-то, ладно. Давайте на арену сходим тогда, что ли, постреляем немножко. А, подожди, тут не арена, тут что-то другое. Охота поставки. Добыть лежит в деревне мясо диких кабанов. Используйте лук или арбалет. Блин. Сабал. Не, не хочу. Нур мертва. Уверен, демон Ялунг уготовил ей особую участь. Ты поступил правильно. Юг, наконец, принадлежит нам. И народ вновь обрел веру. Хотя урок извлекли не все. Не хочу ни на арену, ни поставки эти делать. У меня есть надежные сведения, что крепость Рогатавада ослабла после смерти Нур. Пора ударить и захватить ее для Золотого Пути. Да, слушай, это, кстати, интересно, почему бы и нет. Крепость Рогатавада, да, давайте смотреть, где тут она. Вот это, что ли, получается? Вы ослабили крепость Нур, пора нанести удар. Награда бочки опыта, количество зависит от результата. Ну, поехали, прокатимся в ту сторону, может, попутно что-нибудь второстепенное сможем выполнить на оставшиеся 4-5 минут серии. Потом уже в следующий раз, тогда, в следующей серии постараемся до крепости захватить. Я думаю, что ослабленная отдастся легко. Как раз хотел крепость на выход, почему бы и нет. Вот такой подарок судьбы. Нам преподнесли, ослабив ее. Ну, жестокая, конечно, она самоубийство совершила, очень жестокая. До сих пор в голове не укладывается. Жесть. Возможно, даже вакцинация. Конечно, это отбивные деньги. Ну и что? И знаете почему? Потому что наркотики — это весело. Раби Рейрана повторит. Наркотики — это весело. А знаете, что лучше всего? Эффективность. Да, травка знает свое дело, и гаш тоже. Они настолько эффективны, что даже в рекламе не нуждаются. Хватает сарафанного радио. Не зря же люди добровольно гробят свои жизни ради наркотиков. Так что Кират ждет процветания, уж поверьте мне. Ну да. Умные люди инвестируют в опиум. Так что не теряйте времени даром. Мы уже идем к вам. Нормально, такой диджей рассказывал про наркотики, о том, что это хорошо, и то, что умные люди инвестируют в опиум. Да уж, блин, а еще у него задание против пропаганды, а он-то как пропаганду ведет, интересно. Пипец просто. Я поражаюсь местным радиопередачам. Ох, больно, блин, больно, больно. Оу! Лол. Пипец. Быстро меня размотали. Даже ничего поделать не успел. Так, где это я оказался? На каком-то вам посту захвачен? 2,5 километра все равно. Да нет, это бред. Проще совершить быстрое перемещение куда-нибудь поближе. Тут у нас, кстати, еще вышка, аванпост есть, так что давайте, наверное, тогда вот сюда вот совершим быстрое перемещение и в сторону вышки с аванпостом отправимся. В общем, в следующей серии будем этим заниматься. Хотя, может, и в это успеем дойти, еще посмотрим. Тут у нас пару есть, по идее, сундучков необысканных. Давайте это исправим. Но только где они? Так, не вижу пока ни одного, ни другого. Наверху где-то, что ли? Говорят, машина полковника Сена сломалась. Ему придется ее починить. Да, наверное, где-то здесь. Окей. Вот один есть. Чай в пакетиках и 6600. А вот второй. Неплохо так запрятали. Еще 10 штук. Итого 16 тысяч на ровном месте. Ну что же, не слабо. Не слабо, в общем-то. Надо действовать быстро. Так, давайте сразу поглядим, что мы тут поблизости имеем. Что это такое? Аэропорт Кират, контрольная точка. Наверное, не очень пока интересно. Наверное, вот колокольня будет интереснее. Так, нужна тачка. Подойдет. Автомобильчик с точками. Тут уже видна эта колокольня наверху, она. Прям перед нами. Братья и сестры,
На нас напала дивизия. Армия короля. Как так? И только что оттуда. Мы ведем бой. Какого черта? Ладно, пошли, сбьемся. Поможем. Тренированный парень. Ох-ох-ох. Печально. Тактическое отступление. Не путайте с бегством. Повыше нам немножко. Отлично, 240 опыта, как с куста. Неплохо, конечно, за них дают опыта. Очень даже неплохо. А! Ох, блин, там народу куча. Жестко. Чё тут реально врагов куча вообще? Так, пора, пожалуй, хилиться, я думаю, что... Один патрон. Так что так-то. Надоели. Так. Хорошо. Отъехал, товарищ. Немножко отступить, мне кажется, подальше. Ау, ау, ау. Больно как влетает. Может, побольше снопы повыносить. Так, попасть-то я попал, но он не отъехал. Сволочь. Да чтоб тебя подкинуло. Блин, больно бьют, сволочи. Реально больно бьют. Ну, это явный промах. Контратака, очень высокий процент убийств, большое количество опыта. Короче, поехали. В ближний бой. Вот, побежал ты, сволочь. Ну, постой. Блин, больно? Реально больно лупит. Гранатка полетела. Ох, мать твою! Накрыл артиллерией. Вот это жесть. Ну ладно, главное, что аванпост мы, кажется, отбили, и опыта нам за это дали. И на том спасибо. Ну что же, пожалуй, друзья, на этой ноте мы будем с вами заканчивать сегодняшнюю серию. Искренне надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, что по этому поводу думаете. И не забывайте по большие пальчики вверх. А для вас играл комментировал Валда, это была игра Far Cry 4 на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока. Saja, sabdeer a pyar divana, pistol me goli rehte hai. Tera mera mera tera tak tak ho jaye, isi tarah.